касается режима Станислав, значит, показываю сегодня у нас 6 декабря, 6 часов 41 минута, утро. Значит, на рабочем месте у меня 43 Тесла, 42. Вчера это здесь было 200. Возле системного блока при таких раскладах всего 23 с этой стороны. А вот с этой стороны снова 46. 34 падает. Поднимаем выше чуть-чуть. 42-44. Падаем вниз. Полтос. То есть вот здесь на уровне системного блока они что-то включают. У меня тухнет. У меня тухнет монитор, тухнет системный блок, зависает. То есть это электромагнитный импульс. Проделается он из квартиры клещенок. Вот сейчас там, когда я первый раз включил, у меня включилась система измерения не Тесла, а Гаусс. Вот, поэтому пока переключал, вот они сбросились с 200 до 35 вот сейчас у меня на рабочем месте. Значит, что такое воздействие электромагнитных излучений из квартиры депутата Туринской городской думы от партии «Единая Россия» Василия Леонтьева, Клещенок Любовь Васильевны. Значит, там установлена вот эта спецаппаратура, которая действует уже на протяжении 17 лет. Это в открытой фазе я нахожусь. Поэтому смело могу утверждать, что она там находится. До этого просто даже не задумывался, что там бубнит, это за стеной бубнит. Сейчас мне понятно, что это такое. Это все подготовка в открытой фазе, чтобы меня просто уничтожили в 2003 году. Не получилось, и сейчас, чтобы скрыть следы преступлений и не быть раскрытыми, они устроили вот этот открытый птитеррор и привлекают различные быдло колхозное. То есть это бывшие жители деревень, у которых мозгов мало, видимо, поскольку их там обрабатывали в малых группах. Все это было гораздо проще, а с мозгами у них туговато с образованием. Ну, тот же Хомутов, допустим, Денис сейчас это глава сельского поселения села Коркино. Коркинского сельского поселения, что-то что. У него вообще слова «опт» нет, у него было слово «оптом». Понятно было, какой-то уровень. Работал он судебным приставом тогда. Вот это надо учитывать. Ну вот на этом все. Вот так вот меняется биополе у меня на рабочем столе по-прежнему. Хотя вроде как на пятом этаже никого нет, но летит сбоку. Причем летит конкретно. На этом все. Выключаю.